Жители Краснополья уже 2 месяца ждут, не дождутся обещанной гуманитарной помощи. Напомним, в июле огороды сельчан побил град, и они до сих пор рискуют зимовать с пустыми погребами, хотя губернатор давал наказ обеспечить людей овощами. Накануне глава Алтайского района заверил, что заявка на продукты уже давно в Минсельхозе, и ответа на нее не приходит. Однако в самом ведомстве от этого обвинения открестились, заявив, что заявка на овощи пришла из Краснополья только сегодня утром. Глава сельсовета, в свою очередь, уверяет, что сегодня лишь продублировала просьбу. В Краснопольском сельсовете заверили, что помощь окажут всем пострадавшим, а необходимо 30 тонн овощей. Глава села утверждает, что уже нашлись предприниматели, готовые помочь таким количеством продуктов. Но когда люди получат помощь, по-прежнему неизвестно. Криминалка хоть или что, я ничего не могу понять. Нет. Вы меня чего-то сегодня пытаете? Ну, потому что это очень важная тема. Важная тема, я вам еще раз повторяю, что вопрос еще открытый, мы не знаем, на чем мы будем возить, как мы будем возить, каким образом это все.